«Придет время, — говорит Господь, — когда я исполню благое слово, данное мною роду Израилю и роду Иуде. В те дни, в то время, я возвращу из рода Давида праведный росток. И будет этот царь творить правый суд на земле. В те дни спасена будет Иудея, и Иерусалим будет жить в безопасности. Вот имя, которым его назовут. Господь правит.